В Томске появилась еще одна всесезонная ледовая арена. До этого момента покататься на коньках или поиграть в хоккей в любое время года в нашем городе можно было только в спорткомплексе «Кристалл» на улице Смирнова. И вот теперь искусственный лед начал принимать любителей спорта в другой части Томска, на проспекте Развития 7. Каток заработал в составе многофункционального спорткомплекса «Академия спорта». Лед находится под воздушным куполом. Несколько лет назад в нашем городе появились подобные воздухоопорные теннисные сооружения. А вот ледовая арена под куполом для Томска – дело новое. Данный объект он уникален для Томска, где-то для Сибири, но в европейской части России много таких, и они успешно работают много лет. Зимой вообще будет все замечательно. Летом более сложный период для катков, но опыт наших коллег показывает, что летом тоже будет все замечательно. Размер арены составляет 56 на 26 метров. Каток накрыт трехслойным мембранным куполом с технологией Blackout, что позволяет экономить энергию для поддержания холодной температуры в летний период. Смонтированы бортики, залито ледовое поле, для спортсменов и зрителей готовы раздевалки и кафе. Предусмотрено около 100 мест для зрителей, сидения для штрафников, запасных и судей. Круглогодично температура под куполом будет поддерживаться в среднем плюс 10 градусов. Заниматься в спорткомплексе смогут все желающие. Постоянными посетителями станут резиденты особой экономической зоны, на территории которой находится Академия спорта. Конечно, резидентам тоже очень понравилось, потому что недалеко от работы, а прямо рядом, можно после работы, можно в обеденный перерыв заниматься спортом, и это очень удобно. Помните, как раньше в советские времена были такие производственная гимнастика, перерывы такие тоже спортивные, теннисные столы на предприятиях стояли? Они у нас и стоят, у нас полы большие, там, где размещены резиденты, поэтому они себе обустроили и такие возможности, и тренажерные залы. Но понимаете, это одно дело в коридоре где-то, да, заниматься, совсем другое вот в специальном комплексе. Но первыми новый лед опробовали не резиденты особой экономической зоны, а юные хоккеисты из разных спортшкол Томска и Северска. Ребята провели тренировочные занятия под руководством своих тренеров. Первый раз катаюсь здесь. Лед очень хороший. Непривычно немножко, но надо привыкать. Хорошее, в принципе, впечатление осталось от первого раза. Лед катит, атмосфера интересная, новая. Все, в принципе, на хорошем уровне. Тренировочные мероприятия, сборы здесь, наверное, самое такое место, где можно проводить. В принципе, да, тут шаговая доступность и до сухого зала, и тут еще будут планироваться залы, лед, что самое главное, ну и сама природа здесь, академгородок все-таки. Помимо хоккея и фигурного катания, в Академии спорта можно заниматься и другими дисциплинами. На этот момент комплекс включает в себя 4 крытых мини-поля для игровых видов спорта, в том числе большого тенниса, а также 11-метровый бассейн, 2 сауны, кафе, раздевалки. Ведутся групповые занятия по большому теннису, футболу, аква и аэробике. В планах открытия тренажерного зала и фитнес-залов. Общая площадь спортивных полей 4000 квадратных метров. Как сообщила пресс-служба обл.администрации, объем частных инвестиций в проект составил более 150 миллионов рублей.